Никакого разговора о создании коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через Сюникскую область Армении нет, заявил заместитель директора службы национальной безопасности Армении Степан Милконян накануне в парламенте, передает канал 13. О коридоре речи нет и быть не может, сказал он. Замглавы СНБ подчеркнул, что трехсторонняя российско-армянско-азербайджанская комиссия во главе с вице-премьерами правительств рассматривает разные варианты транспортного сообщения в регионе, но коридоры не рассматриваются. Могут быть железные дороги для транзита грузов, но не вопросы, связанные с коридорами, отметил он. Ранее 20 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку реализует Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет, то решим проще, если не захочет, решим силой, сказал президент Азербайджана.